Активисты ЛДПР Карачаево-Черкесии отпраздновали День защитника Отечества. В Черкесске мероприятие организовали под лозунгом «Плечом к плечу с армией». Партийцы поздравили военнослужащих, представителей силовых ведомств, участников СВО, всех, кто стоит на страже рубежей Родины. Также присутствующие почтили память погибших минутой молчания. В митинге приняли участие представители молодежи ЛДПР. Несмотря на юный возраст, ребята понимают необходимость проведения специальной военной операции и участвуют в различных волонтерских проектах, чтобы поддержать бойцов в зоне боевых действий. Хочу поздравить вас, поздравить тех, кто охраняет нас и защищает от врага на передовой. Поблагодарить их семьи за терпение и мужество, которое вы проявляете. Мы будем поддерживать вас всеми силами. И все, что будет от нас зависеть, мы будем делать для того, чтобы наши защитники вернулись живыми и здоровыми в процветающую Россию.